Там раскрою секреты всяких наших тайн телевизионных. Скажите, какая самая скучная профессия на телевидении? Вы в курсе, нет? Оператор. Телеведущий. Это одна из самых скучных и неинтересных профессий, которые только существуют на телеке, извините за сленг. Особенно если ты телеведущий не авторской программы. Если ты авторская, так и чушь, прекрасно. Поэтому стремление быть телеведущим, оно основано только на том, что удовлетворить свои амбиции, ваши. Вот меня мама увидит по телевизору, я такая красивая, и все соседи скажут: «Вау, здравствуйте, Вайме». Поэтому к своей профессии я отношусь очень скептически. Но я в этом смысле очень такой, знаете, богатый человек, потому что я и продюсер, и редактор, и еще я могу переводить синхронные тексты с английского на русский, технические, сложные, да, с описанием микрофонов, пультов и так далее. Поэтому мне кажется, на сегодняшний день телевизионщики должны быть универсальными. Первое. Репортер должен быть универсальным. Второе. А самая интересная профессия, конечно, репортер. Конечно. И тут мне подсказывает генеральный директор. Ну, это когда ты уже взрослый. Поэтому вообще белая кость на телевидении – это информация. И, наверное, вот все, что связано с остальными жанрами, это последующее. И мне кажется, что для того, чтобы понять телевидение, все-таки нужно как-то глубоко изучать вот именно такой жанр сначала, как информационный. Поэтому до встречи в Хаяте.